День, шановні друзі, мого сьогоднішнього співрозмовника Расул Гамзатов назвав колись людиною святом, яка приходить у кожний день, адже вже 21 рік він веде найпопулярнішу телевізійну програму Поле Чудес. Сьогодні у нас в гостях письменник і телеведучий Леонід Якубович. Я вот смотрю, я разговариваю з вами немножко і смотрю, у вас очень четкая шкала є: где великі, где выдающиеся, где середні, где работяги, і далі. Скажіть, а как ви к себе относитесь? Вот. Внутреннее самоощущение крылья. Абсолютно. Очень хороший персонаж. Мне он всю жизнь нравился. Тихо, спокойно. Никому он не причинял ни зла. Никого не трогал. Он жил себе сам собой. И нельзя говорить, счастливый он или несчастный. Но рядом с Шульцем, наверное, он несчастный, а так. Есть мир которым котором я живу чаще, чем здесь. И я когда-нибудь в этот мир, даст Бог, если это существует, я туда бы хотел попасть. Вот я когда книжку пишу, я... И меня нет. И в эту... меня только открывать нельзя. Я в некотором смысле сумрачного характера. Человек-ходячий, взрыв пакет. Если я чем-нибудь занимаюсь, не дай Бог мне в это... Я могу играть в карты. Я могу стоять около плиты. И я пишу книгу. Я держу штурвал. У меня в эту секунду трогать нельзя. То есть, можно жить в той же системе координат, как я. Тогда я адекватен, я могу шутить. Но если меня оттуда вынуть, если меня сбить, может произойти непоправимое. Могу рвануть. <ох ihm> вы знаете, вы говорите о книге. Писать, написать повесть или рассказ может ну, не любой, но многие могут. Вот написать юмор это очень сложно. Как и снять хорошую кинокомедию. Как рождается ваш юмор? Это самое произвольное извержение? А вы читали мою книжку? Конечно. А. То, что я сейчас скажу, тоже странно. И не, не ловите меня на том, что и внутренне не пытайтесь, как бы сказать, поймать меня на, не, на лживые эмоции. Я когда-то очень давным-давно, ровно с такой же эмоцией, какой я предполагаю, прочитал о том, как писал книжки Дюма Отец. Он стоял за пепитром, он писал стоя за пепитром. А вся его родня, включая слуг, в щелочку двери бесконечно заглядывал, тоже что думал, что он кого-то убьет, либо себя убьет. Он дико орал на своих героев. Он с ними ссорился, он кидался, он рвал, бросал перья, топал ногами, бегал по комнате. Он, без... он с ними спорился, спорил до крепоты. Он их убить готов был. Кстати, надо вам сказать, очень интересная история. Вы знаете, что Портоса, из этой знаменитых трех мушкетеров, он написал со своего папы. Его папа был невероятной силы человек по описаниям. Это приблизительно как Милан Каратонский. Но могу вам сказать, вы все представляете ружье того века? Огромное, тяжелое, да. Значит, вот так вот. Восемь ружей. Вот так. Вдуло пальцы и вот так вот на весу держал. Вы себе представляете, что это значит? Она весила килограмм, наверное. 12, 15, 20. Ну, вот, вот, вот так держал. И он с него писал Портоса. Так вот, я усомнился до крайности. Так вот, однажды я себя поймал на том, что я когда писал, я, я до такой степени разозлился, и, и я истоптал ногами написанное, потому что я писал там, неважно, там, а пьесу одну, и по ходу действия должен был, я как сейчас помню, должен был прийти теле... человек, принести телеграмму, которая, собственно, толкала сюжет только в одном смысле. А, говорила главная героиня, он приезжает, мне пора. Да, собственно, не должна было уйти. Где-то на 12 странице я вдруг обнаружил, что этот гнида, мало того, что он телеграмму придет, он уже сидит за столом. Они уже выпивают. Он с ней в каких-то отношениях. 12 страниц я успел написать, пока сообразил, что вместо того, чтобы уйти встречать, она сидит с этим почтальоном. Это вы писали? Или я, я писал. Или, или кто-то рукой я... водил? Вот. И по этому поводу я даже написал стихи. У меня абсолютное ощущение, может, кто-то подтвердит. Я буду говорить только про себя. У меня такое ощущение, что я, конечно, что-то ретранслирую. Что кто-то водит. Причем это много... Я, во-первых, никогда не вспомню, что я написал. Иногда я перечитываю написанное с большим удивлением. Очевидно, я не мог это написать. Никак не мог. У меня иногда месяцами нет никакого настроения. Потом вдруг иногда я ночью вскакиваю, бегу. И э, 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 я не успеваю записывать. Uh -huh. Вот стихи я могу писать руками. Рукой. А прозу только на... Потому, что ритм задается. Я могу только на клавиатуре. Но при этом я потом... Я пишу с такой дикой скоростью. Потом вдруг раз и кончается. Все. Или пропадает. Тогда у меня выскакивает другой кусок из середины. Я его пишу. Потом я возвращаюсь. Потом... Но, но кто меня в эту секунду толкает так, чтобы я сидел и придумывал как бы... Ну, например, или искал чего? Нет, этого нет. Этого нет. Иногда, когда мне что-то надо, я лихорадочно начинаю искать в справочниках, я, я представляю себе, где можно найти какую-то фактологию, так, чтобы это событие совпадало со временем этого события. Тогда я где-то быстро... Потому что мне это мешает, мне надо скорее писать, или я бросаю... Иногда меня начинает останавливать какое-нибудь слово. Вдруг я забываю какое-нибудь слово. Причем я знаю, что это. Оно нет у меня. Я его вижу. Но я не могу его воткнуть. Я дико злюсь. И я вспоминаю, как я так это читал про Дюма. Жутко интересный процесс, конечно. Удивительный. В жизни многие люди, чьей профессией является юмор, сатира, и писатели, и исполнители очень смурные, нудные, скучные, противные просто. Очень редко кто искрит юмором и на бумаге, и так при встрече. Вы какой? Вообще вы, вы говорите какие-то странные вещи. Ну, просто странные. Но почему вы почему-то. Как Михаил Михайлович Жванецкий? Однажды сказал, что это мучительно. Я много раз это испытывал. Когда ты приходишь в гости, все ждут, что ты сейчас начнешь шутить. А чего тут, извините, никто не требует того же, скажем, от проктолога? А почему нет? Или, например, от, не знаю, от милиционера. Он пришел бы за столом и начал бы do... вести протокол. Что, что такое? В чем а дело? А то и Ну, например. Почему? Почему? Есть же все-таки какой-то период аккумуляции. Бегун же тоже отдыхает. Надо переключаться. Иногда из оратора надо превращаться в слушателя, из писателя в читателя и, и так далее. Надо начать тосковать по своему делу. Надо как-то хорошо научиться. сказали. Переключаться иначе не получится. А поскольку поводов для того, чтобы отключиться масса. Единственное, конечно, многие, ну, нет, не так. Наверное, многие. Я, например. Я все больше и больше становлюсь молчуном по другой причине. собеседником конечно... Иных уж нет а те далече. а во-вторых, столько раз было уже за последние 20 лет, когда сказанная фраза про то, что происходит вокруг, растягивалась до заутренней, а начинается толдычи не об одном и том же, и говорить, собственно, о чем говорит, мы все понимаем, что происходит. Мы же не идиоты. Во всяком случае, не все. Да нет, я думаю, что все. Только одни делают вид, а другие его не делают. И как сказано в замечательном фильме. Замечательным же актером. Мне задержало обидно. Под этим словом я вообще все разумею меня нельзя отнести к человеку, который был влюблен в наше коммунистическое завтра. Но, тем не менее, я много простить не могу и прощать не собираюсь из того, что происходит сейчас. Изменить я не могу ничего. Доказывать мне некому. Поэтому говорить мне об этом не интересно. В этой связи у меня очень ограниченный круг людей, с которыми я с удовольствием встречаюсь. Но как только заходит речь о чем-нибудь подобном, я либо затыкаю себе на здоровье, либо иду гулять в другое место. В некотором смысле горе от ума. И это не потому, что я семи пядей во лбу отнюдь. Нет. Но я многое, как и, конечно, многие, вижу и понимаю. И очень не люблю, когда из меня делают дурака. Это касается не только нас. И то, что было 11 сентября в Штатах, у меня мгновенно метнула мысль, что что-то здесь не так. И многое из того, что происходит там, скажем, с этой арабской весной, все меня раздражает. Нет, не так. Я грущу по поводу того, что это неизящно. Я люблю изящно сделанные вещи. Все такое, ребята? Я не могу допустить, что у власти находятся уж совсем дураки. Нет. Но они не дают себе труда, но как-то оформить это. Работает. Ну, конечно, это все. Ну, хоть какой-нибудь красивый бантик оберните в это. Я много раз говорил. Вот все, что сегодня отвергается, все по разным причинам отвергается то что вы предлагаете, законы, которые распоряжения, все вызывает яростное отторжение, хотя физический закон понятен, каждое действие равно противодействию, это естественно. но. но попробуйте наоборот один раз, но попробуйте наоборот. это психология человека. Давай создадим ситуацию, когда мы будем просить вас этот закон принять, потому что, ну как-то, надо же, потому что как же иначе. А вы его примете. По многочисленным просьбам. А вы, конечно, а вы уж давным-давно решили, что это так. Но это же это нетрудно сделать. При этой силе телевидения, при этой силе СМИ убедить, человек любит, когда его гладят по голове. Почему это не делают? Меня это раздражает. И... Я не люблю, когда меня держат за пустышку. Это неправильно. У вас очень мудрые глаза. Я вот смотрю в них. Мне кажется, что вам лет намного больше, чем на самом деле. Вам никогда так не казалось? Ну, мне, наверное, лет столько, сколько лет моему народу. И с этим ничего сделать нельзя. Нет, это... Это все это благоприобретенное, это врожденное, Богом данное и Богом же мне нашептанное в ухо через книжки и через, и через искусство вообще. Мозги же тренируются так же, как мускулы. Конечно. Надо себе давать только труд. Я когда один, я такой умный, как все. Но я не ленюсь анализировать. Я иногда очень мне нравится анализировать. Я сижу и анализирую. А иногда я начинаю анализировать, скажем, какой-то фильм. Я думаю, вот я не профессионал. Начинается какой-то фильм о разведчиках, там, например. Я не не профессионал. Мне интересно, я сижу и думаю, вот, вел бы я себя так или нет. А вот это, а если бы, например, а заметил бы я и, там, и так далее. И я набираю там 10, 15, 20 всяких фигней и нелепостей. Удивительно, меня вот эти мелочи раздражают ужасно. А потом я читаю какую-нибудь рецензию, точно, ну точно. И мне это страшно нравится. Я ужасно не люблю э, мелочей, которые вполне и сразу определяют отношение людей к вещам, ну если не святым, то близким к этому. Понимаете, когда они начинают снимать белую гвардию, и идет один из героев, ему говорит, господин полковник, а у него здесь вот три звездочки, а три звездочки это подполковник. Вот без просветов, это уже полковник. Это, это не просто, не обращая внимания, стоп, они меня сбили. Uh -huh. Это как, я вообще плохой зритель. И как уважили? Ну да, ну как-то, не заметят, это быдло не заметят. Э. Или тот, кто это делал. Да, 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 какая разница, ну одеть такие. Это в театре мы, я, конечно, плохой зритель. Я, конечно, плохой зритель. Но, может быть, для театра это и хорошо, потому что меня начисто может выбить мгновенно из колеи ведро, которое торчит в кулисах, неизвестно почему, или чья-то нога. Этого не может быть, потому что я пришел, как я пришел к гип, гип, гипнотизеру, самогипнотизируясь. Я же в театр пришел. Я пришел в театр, с этой секунды я взял, все сдвинул до размеров портала. Вот я так, блюмс, все сдвинул. И теперь только вы меня не трогайте. Ну, давай, сейчас я жить. И я уже раз, и я уже там. Но если ты меня сбил, я очень обижаюсь. Я очень обижаюсь. Я вообще за искусство очень обижаюсь. Со всеми... Вы в свое время реанимировали смокинг. Было. Да, У вас мире... как-то не принято было носить смокинги. Да, это было в 1988 году на конкурсе «Московская красавица». Так, во всяком случае, писали американцы. У вас фирменные усы, <laughs> которые тоже себе не каждый может позволить. Вот э, внешность, ваша внешность фирменная, которую знают все, вам часто приходится этим пользоваться? Никогда. Я очень не люблю смокинг. Я очень не люблю костюм. Я, как вы видите, я люблю рубашки трикотажные. Я люблю такой полуспортивный стиль. Это не значит, что я хожу в спортивном костюме. Вы, я не, люблю... вы не любите носить усы? Нет, это не совсем так. Усы достались мне от жены. Она сказала: "Трости усы, я не могу больше смотреть на, на, на твой нос." Я сказал, хорошо, и сократил одно с усами. А... а целоваться с усами каково текать? А Ей нравилось. Однажды на гастролях. А я никогда в жизни не брил усы. Никогда не ни стрика, не равнял. Они какие есть, такие есть всегда. Я решил подравнять усы. И я, значит, стоя перед зеркалом в ванне, и у меня это стало короче, чем это. Я стал равнять этот, тогда он стал. В результате всех песен на меня из зеркала глянул Адольф Гитлер. Такая щелка. Я так испугался этого, это было так отвратительно, что я скорее это сейчас сбрился. У вас ус отклеился. Да, и вышел. Те, кто сидели, сказали, у нас собрание, чтобы без стука. А, кстати, кто это? И народ упал ну, в обморок совершенно, потому что я, наверное, недели три ходил с таким ощущением, что я без штанов. Мне казалось, что на меня все смотрят. Я так ходил, я сяк ходил, я так ходил. Я себе что-то пририсовывал. Это было ужасно. Привычка. У вас очень интересный ход мысли. Я вот, я вот внимательно вас слушаю. Мне очень интересно с вами. Но в условиях современного телевидения иногда приходится играть клоуна-шута для того, чтобы развлекать людей. Вас эта маска не нравится или, наоборот, вас, она тяготит? Вернее, не нравится слово маска. Назвать вас шутом у меня язык не поворачивается. Это неправильно. Это неправильно. Это, во-первых, это высший пилотаж. И Я до клоуна мне тянуться и тянуться. А что, Никулин, это разве обидно? Это, это очень серьезно. И Чаплин тоже не обидно. А он в истинном смысле слова шут. Это, это очень серьезно. Одеть маску ничего не выйдет. Надо просто загнать себя в это настроение. Надо, надо загнать себя в хорошее настроение. Как вы загоняете себя? не знаю, щелчком как-то. Щелчком. Другое дело, что ко мне нельзя подойти до начала. Не дай бог, от меня током шибает. Я начинаю впадать в транс где-то минут за 25-30 до начала. И меня трогать нельзя. И причем не важно, о чем я в это время думаю, но я уже все. И все знают, все уже шарахаются, ко мне никто не подходит. Иногда я настраиваю себя, я выхожу в студию, ну так принято на телевидении. Значит, там надо кое-что подписать лица, подписать, как они смеются, потому что как они аплодируют. И это не потому, что это вставные зубы. Просто м -м, зрительская реакция иногда так же интересна, как сам процесс съемки. Но поскольку концентрация внимания вокруг, во время работы, барабаны, игроки, ведущие очень трудно отдельно подснять зрителей, потому что все шесть камер концентрируются внутри игры. Поэтому записать там 5-7 минут и потом с радостно вставить этих людей почему нет? И тогда я начинаю с ними разговаривать. И в эту секунду не дай бог, так было уже. У меня несколько человек были выгнаны. Меня не дай бог мне сделать замечание. Я начинаю сам себя раскачивать и их раскачивать. И начинаю и, и в ту секунду, когда мы попадаем в резонанс, вот в эту секунду, когда это... И у меня, и у них... Мотор, камера, поехали. У меня нет телевидения вообще. Я его отменил 19 лет тому назад. Дома? Нет, в студии. Я отменил телевидение. Во всех смыслах слова. Ко мне до сих пор приходят экскурсии. Будет. Могу объяснить. У меня, у меня есть наушник. Но этот наушник моя подзвучка. То, что я говорю, я иногда начинаю говорить шепотом. А поскольку студия огромная, звук гуляет, я себя не слышу. А иногда надо доверительно говорить с ребенком. И тогда эта подзвучка работает на мой микрофон. Значит, у меня никогда ни разу во время съемок нет громкой связи ни один из технического персонала не имеет права двинуться с места или пройти куда-нибудь без, без того чтобы я разрешил объясню почему ни капельки это не скрываю телевидение на 95 паразит но это правда абсолютно телевидение в сущности ведь ничего собой не производит телевидение паразитирует на моем труде на нашем труде. И интеллекте. Да, это неважно, на нашем деле, так скажем. Потом дело, которое мы с вами делали, оно берет и показывает всем, на чем, собственно, кстати, и зарабатывает и живет. Поэтому, ребята, вы свое... чтобы я вас не видел. Я сейчас работаю. Расставьте камеры, как хотите. Поставьте свет, как хотите. Как только я вышел в студию, чтобы я вас не видел и не слышал. Вас нет. Если вы профессионалы, вы будете снимать мою работу так, чтобы ее потом интересно было показать по телевизору. Это такой же спектакль. Это, прав... здоров. это здорово. Это правильно. Да. Поэтому группа, которая у нас подобралась, а многие работают со мной как раз 20 лет. Многие работают с Владом начинали. 21 год. Все это знают. Все. Только тогда это получается. Вам современное телевидение нравится в том виде, в котором оно существует? Ну давайте разделим. Вы имеете в виду техническую сторону или нет? Тот телепродукт, который мы видим на экранах. Я бы сказал, не знаю, потому что у меня дома телевизор не работает. То есть такие нет телевизоров? Нет, телевизоры есть много. Для интерьера? Нет. Для... Канал Discovery, кулинария. Иногда я смотрю хорошие фильмы. Как о новости? У меня интернет есть. Я пролистываю новости. Меня остальное не интересует. Во-первых, потому что это иногда это топорно и иногда очень однобоко. Меня раздражает количество негативной информации безумно. И я никогда не могу понять, зачем. Чем ходит добиться? Ну что в стране, ничего хорошего что не происходит? Много. Много бездарного. Вся реклама, я ее м -м, по профессиональному признаку смотрю, хотя она мне уже, как и всем, она бездарная. Топорная. Она... а, бездарно сделана и бездарно показана. <laughs> да, да. Я очень много... Ну, я мотаюсь по этой стране, я разговариваю с очень многими. Это надо было доиграться до того, что как только начинается реклама, то, собственно, с чего живет телевидение. <laughs> Люди переключаются. Мгновенно. Сразу. Больше <laughs> того. Фильм. Ну, вот любой любимый наш фильм. В бой идут одни среди. И он говорит, Макарыч, принимай. Вот, махнул не глядя. Чарующий аромат кофе Грант. Чтоб ты сдох вместе со своим кофе Грант. Я специально, вот я увижу, я его покупать не буду никогда. Пропади ты пропадом. Вот Грант, нет, нафиг. Вот это, это я знаю, что вот это мне, которое похуже. А реклама Чаще всего приобретает отрицательный знак. Все мы прекрасно плохо все ходим... показано. Конечно, не в том месте, не в то время, это невозможно. Опять как к этому подойти? Потому что вдруг вышел закон. Я очень хорошо помню, это было несколько лет назад, и вы это помните, отменяющий рекламу в детских передачах. Mm -hmm. Я пришел к милейшей, кстати, женщине, которая который боготворю, но в, в хорошем смысле, в истинном смысле этого слова, к Любе Слизко. Она была депутатом, даже заместителем. Она, очар... Госдумы. Она очаровательная совершенно женщина. Она очень толковый Сказал, Любочка, милый друг, ну, что вы делаете, спросил я. Как только принят указ, с этой секунды исчезли детские передачи. Потому, что она нафиг, они ну, уже не прибыли. Ни разу нет рекламы, да. Она сказала, а чего? И мы с ней сидели, разговаривали. Я говорил, ну, ведь можно же было сделать тоньше. Давай сделаем так. В детских передачах реклама детского товара. Ну, пускай будет. Ну, естественно, неудобно же. Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку. Щелк. Унитазы фирмы. Прокладки. Что, почему в детских передачах? Давай оставим там. Пускай это будут вкусные соки, напитки. Детские магазины. Детские магазинчики. Она сказала. Ну, потом мы говорили с ней через два года, через три это непробиваемо. И детские передачи ушли с телевидения. Ну, я могу только руками развести. Мне с ними скучно. У... Я их не понимаю, они меня не слышат. Правда, меня никто и не спрашивает. Вы коренной Москвич? Да. Москва вашего детства. Я понимаю, что это был совершенно другой город. А нынешняя Москва, она совершенно другая. Город, в котором я родился, не существует. Вы с прискорбием это говорите? Абсолютно. Если я сейчас могу произнести вслух то, что вообще вслух не, не полагается произносить, потому что это отвратительно. Но тем не менее, я думаю, что если возродить один термин, то он как раз применим к тем людям, которые украли у меня мой город враг народа, это называется. Я никак-то не очень могу себе представить, чтобы я даже не представляю себе человека никакого, даже если это будет армия. Причем даже если это будет не просто армия миллиардеров. Я не очень себе представляю, как они могут построить Москва-Сити посреди Венеции. Никак не представляю. Этого не может быть по определению. То есть, я не могу даже представить себе условия, Потому что туда придет вся Италия, вот сколько ее было, вместе со всеми своими законами. Ну какого черта я должен ездить за границу, смотреть красивые города? А где мой город? А И... красивый был город в детстве. Замечательный был город. Замечательный. Но это правда был город моего детства. Это не значит, что он был во многом. Но эти старые дома, которые Москва ⁇ старинный купеческий да. город. А хорошо, а Питер? Это что ж такое? Кто эти люди? Не смейте трогать руками. Ни москвичи и ни ленинградцы. О них не вообще никто. Но как? Ни один, ни один человек не имеет права к этому прикоснуться. К этому могут прикоснуться только специалисты. Когда-то я вдруг услышал интервью одного заместителя главного архитектора города Москвы. Судя по голосу Человек, который еще, с лица которого еще не, не сошли юношеские прыщи, которого спросили: считает ли он, что в городе должен быть один стиль, что надо строить город по определенному стилю? Он сказал: дед, главное строить хорошо это зам главного архитектора города. И высоко, и много. И это второй вопрос. Но я уже не говорю о том вообще, что это бездарно с точки зрения еще строительства с точки зрения архитектуры не выдерживает никакого, никакой критики, потому что архитектура, если это застывшая музыка, то это красиво. Это не функционально, а потом... Нет, это сначала красиво. На ваших глазах, вы уже немножко лет живете, сменилось несколько эпох. Все прошли перед глазами. А какая была, на ваш взгляд, самая яркая? Та, когда вы были молоды или сейчас все-таки лучше? Ну, так мне судить трудно. Это мне придется пятиться на... задом наперед. Видите, как сказать, когда я учился в школе, это был первый, второй класс. Значит, я, я, ну, я наверное, уже что-то соображал. Был Бог которого звали Иосиф Виссарионович Сталин. Это был один Бог. Ему подчинялись все, включая Иисуса Христа. Это было настолько бесспорно, ну, как, как, как то, что след за весной должна пройти зима. И я очень хорошо помню день, когда его хоронили. Когда остановилось все движение, нас отпустили. И прохожие на улицах все встали. И гудели гудки, и машины. Вы плакали за компанию? Нет, мы просто не понимали, что. Ну, какой первый класс? Мы были довольны тем, что нас отпустили с уроков. Но то, что я бежал через улицу Чкалову, которая стояла, я потом несколько раз вспоминал это, глядя на эпизоды в фильмах. Там там письма мертвого человека, например, еще чего-то. Ну, какая-то странная картинка перед глазами. Я один раз это вспомнил не, не, не очень давно, когда показывали в очередной раз эту тарикотовую армию застывших этих воинов. Я очень хорошо помню, ну, пустая улица Чкалова, и так машины в разброс. И все люди, все, как шли, так и встали. И только гудели сирены и машины. С точки зрения моего вот такого детского восприятия, это была очень сильная история. Если я до сих пор это помню. Врезалась в память, да. Ну, конечно. Потом, через очень много лет, если я правильно вспоминаю, Многие, как и я, искренне верили совершенно точно, могу вам сказать. Все фигня. Все, да, все смеялись, хотя бы я еще в КВН играл. Да и вообще у меня семья была... Антисоветчики сплошные. А, ну, кроме деда. Дед свято верил в, в то, что все, что показывают по телевизору, говорят по радио и пишут в газетах, все правда. И эти споры с отцом до крика, до синевы в этой коммунальной квартире было что-то страшное. Но, тем не менее, очень много лет мы, мы многие мы, жили в ощущении, что когда тебя вот так вот уже, уже до... Когда уже... Когда перехлестывает, надо идти в райком партии. В худшем случае в райисполком. Нет, надо идти в райком партии. Надо написать письмо в райком партии. И все И, пройдет. Да. Вот приедет Барин, Барин вас рассудит. А эти гниды просто... Но, э, я сейчас даже не пытаюсь это оправдывать или не оправдывать, но это тот самый клапан, который стравливал давление. Конечно. Но тем не менее, ощущение, что надо туда пойти и тогда там помогут, в отличие от сегодняшнего нашего вчера, все остальное было забавно. Мы забавно замечательно. Но если снять всю эту, если бы выкинуть всю эту накипь... Да, но я спокойно говорил сыну, иди гулять. И он приходил в 10 вечера или в 11, болтаясь неизвестно, где у меня не было даже мысли о том, что с ним что-то может произойти. И кино, в которое я ходил, и в театр, в который я ходил, за очень редким исключением... Был высокий класс. Да, и, и, и мой папа, который не мог смотреть фильмы о войне, его начинал колотить, и мать сразу говорила: Аркадий, 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 перестань! И выключался телевизор. Это все было, и это стереть нельзя. Я очень полагаю неправильным, ошибочным. Я не говорю преступным, потому что это экспериментировать над людьми. А эти эксперименты, которые внутри этой страны не прекращаются. В общем, может рвануть, конечно, чего не хотелось бы ужасно, потому что потом будут разбираться, где чего, но наломать могут много чего дров. По всему миру. Что-то вообще происходит. Видимо, видимо, больше уже, больше уже не держит. Больше это время. Такого давления негативного уже не держит. Так не может быть. Так получилось, что вы видели и знали лично очень много великих и выдающихся людей. Кто произвел на вас наибольшее впечатление? Ух. Давайте по категориям. <laughs> Давайте разделите как-нибудь. Так очень трудно. Но могу вам сказать... Ну, люди, изменившие вашу жизнь. Нет, так и, я... Ну, это был Андрей Алексеевич. А -а -а Алексеев. Такой доктор науки. Вот я когда удрал из школы в Сибирь, вот там был руководителем экспедиции. Феноменальных качеств человек. Но если вы говорите о великих, то могу вам сказать Алиев. Гейдар Алиевич? Алиев. Гейдар Алиевич или Илхам? Нет, Гейдар. Просто я столько лет, сколько прошло с тех пор, одной единственной встречи, когда я его видел, я до сих пор под впечатлением. Я сейчас не помню, по-моему, По-моему, это было какое-то выступление в Баку. И мне почему-то передали его желание со мной встретиться на 10 минут. Что вроде то ли его дети, то ли его внуки, то ли я не знаю, что его смотрят, передачу он захотел встретиться. Но пришли, была вполне протокольная встреча. Минута в минуту просто... Вошел человек, прошел на свое место, пожал всем руки. В течение 10 положенных минут сухо, корректно, почти без эмоций рассказал мне о внешнем политическом положении Азербайджана. Не моргнув глазом, поведал о том, что предстоит сделать. без этой же секунды и не совершенно не меняя выражение лица, не шевельнув бровью ничего, э, неизвестно кому вдруг сказал, вы свободны. После чего весь протокол, включая прессу, удалился. И дальше мы просидели, по-моему, часа два или три. При всем при этом второй человек в моей жизни – которому я зачем-то рассказал все. Я его не видел никогда в жизни. Но почему и каким образом? Но глядя в эти глаза, абсолютно бездонные совершенно, я мог предположить, что там, конечно, ух, сколько. Утонуло в них. Абсо... Нет, ну это просто невероятной емкости человек, просто невероятно, просто глыба, потрясающе. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був письменник и телеведучий Леонид Якубович.